наверное, всю ночь не приехали вот в район мясокомбината. Вот это как ты там называется, забыл я. Офицерский же дом. Это сейчас дом офицеров, а раньше как был? Короче, вон там вот Казполиграф. Сейчас идем смотреть музей вот здесь. К бронетехнике. Мясокомбинат, 1934 год. Так, и вот этот музей. Так, это, в общем, танк Т-72. Вот его основные тактико-технические характеристики. Этот вы можете туда залезть. Адильжан, залезь. Можно посмотреть. Наверное, местные детишки здесь постоянно лазят, играют. Вот этот люк не открывается, да? Нет. Я в этом видел, в Инстаграм. Местные дети играли, короче, открывали люк и там прятали. А, вон. Андрей, давай вот этот здесь тоже залезть. А, вон тот первый Т-72. Вот это уже Т-62. Я не разбираюсь в танках, просто я вот здесь читаю таблички. Различные бронетранспортеры. БТР-60. Вот экипаж 2 человека, десант 14 человек. Вот, боевая машина до 14 человек может перемещать. Боевая машина БМ-14. Тут вообще вот система залпового огня. Сюда можно даже целые экскурсии приводить. Уроки НВП школьников, особенно мальчишкам будет интересно. Парк, скорее всего, на балансе вот этого дома офицеров, то есть как бы чистота, вот это все поддерживается. И здесь такой монумент: помни всех поименно. Вот стелла 1941 1945 год. Время, по-моему, 7 час. Вот все открыто. То есть как бы можно приходить, гулять. Кому интересно. Даже вот мне, взрослому человеку, и то интересно посмотреть на все это.